Всем привет, добро пожаловать на новое видео. Сегодня мы с вами создадим 3D-платформер на языке программирования Python. Также перед началом вам необходимо будет установить саму библиотеку на ваш компьютер, и после этого мы только сможем приступать. Создаем наш Python проект, импортируем сюда саму Ursino и также дополнение для 3D-пространства. Также создаем наше окошко и начинаем создавать наш первый объект под названием Ground. Тот самый объект, на котором будем бегать и расставлять все наши объекты. Также создаем несколько массивов, таких как Blocks и Direction. И будем открывать наше приложение на весь экран, чтобы было более комфортно играть. Теперь создаем новый объект под названием Goal, то есть это наша цель, куда мы должны с вами прибежать, чтобы перейти на новый уровень. И также выдаем ему вот такие вот параметры. Далее создаем новый объект под названием Pillar. Это будет наш маяк, который будет просто торчать в небо, чтобы нам было проще и понятнее, куда нам необходимо добежать. После всего этого нам необходимо создать сами блоки, по которым будем прыгать. С помощью рандома будем их рандомно также генерировать. Создаем сами блоки, и все это мы запихиваем в цикл под названием for i in range. И в скобочках указываем количество наших блоков. В нашем случае это 10. После чего мы им задаем рандомный спавн по высоте. Также подключаем небо и запускаем наш проект для теста. Выглядит он пока что вот так, и все, что нам не осталось сделать, то есть запустить наши блоки, чтобы они двигались со стороны в сторону, и также нашу победу. Создаем новую функцию под названием DevUpdate и начинаем настраивать движение наших блоков. И также мы с вами настроим такую функцию, что когда мы будем дотрагиваться до нашего объекта, нам в консоль будет выводить надпись You Win. Проверяем, у нас объекты все движутся. Теперь подбегаем и смотрим внимательно в нашу консоль. Подходим, и как видите, нам написало, что мы с вами победили. Также для более интереса можно прописать вот такую штучку, с помощью которой при попадании на нашу платформу мы будем очищать наш пол, то есть добавим более такой хардкорности. И наш уровень можно будет перезапускать в случае падения на клавишу F5. В общем, народ, всем огромное спасибо за просмотр. Скачать этот код вы можете по ссылке в описании в нашем Discord сервере. Всем удачи и всем пока!